Конфликт в Старобазарном сквере в Одессе. Там коммунальщики хотят снести веревочный парк «Летучий голландец». По словам администраторов, аттракцион выполняет взятые на себя социальные обязательства. А две недели назад Приморская райадминистрация якобы выписала благодарность «Летучему голландцу» за тесное сотрудничество с руководством района. Подробности смотрите далее в сюжете. Казалось бы, Старобазарный сквер готовится к холодам. Коммунальщики демонтируют холодильник с мороженым, детских аттракционов почти не осталось. Теперь решается вопрос с веревочным парком «Летучий голландец». Администраторы говорят, непонятно, на каких основаниях действуют чиновники. Управление торговли, мы с ним общаемся каждый год. Мы говорим, у вас нет оснований для того, чтобы нас демонтировать. Мы не занимаем твердое покрытие, мы не относимся к сфере вашей деятельности. Мы относимся к горзелентресту, потому что мы занимаем покрытие на территории парка. Администрация «Летучего голландца» не понимает, как они оказались в ведомстве управления торговли. Правила игры постоянно меняются, то есть около 4 лет назад мы почему-то попали в сферу управления экологией, а вот 3 года назад опять поменялись правила игры, мы попали в сферу интересов управления торговлей. На самом деле нам кажется, что ситуация на самом деле в другом, что просто здесь что-то хотят, наверное, построить на нашем месте. Представители управления торговлей руководствуются решением исполкома от 2014 года. Как парк работал 3 года с момента принятия решения, получал грамоты и благодарность. Неизвестно. На основании решения исполкома от 31.07.2014 года этот объект находится в демонтаже. И сейчас будет производиться, в данный момент мы начали производить демонтаж еще в пятницу, то есть демонтированы 2 временных сооружения, которые здесь стояли. И сейчас будет продолжаться демонтаж вот этого объекта. За предпринимателей вступились одесские общественники. Говорят, весной в управлении архитектуры представили предпроект реконструкции Старобазарного сквера. Видимо, в нем не нашлось места «Летучему голландцу». Должен быть реальный проект и должно быть общественное обсуждение. Тут необходимо общественное слушание. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, вот когда убирают всех предпринимателей отсюда, это попытка вот очень быстро, бегом вот освоить вот эти вот деньги, которые у них остались на конец года, вот которые там были, вот целевые фонды, вероятно. Активисты обещают, если место отдыха начнут демонтировать, то в этот вопрос включится общественность. Если попытаются силовыми методами его демонтировать, то мы просто выведем людей, позовем наши группы поддержки, которые с нами выходят обычно на акции по защите по незаконному строительству. Мы будем просто, наверное, физически защищать это место, потому что оно для нас важно. Следить за ситуацией продолжит Мария Жадан, Евгений Ячменцев, 7 канал. По последней информации, коммунальщики дали неделю администрации «Летучего голландца» на самостоятельный демонтаж площадки.